Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить салат перуанский. Он прекрасно разнообразит ваше повседневное меню, но также украсит любой праздничный стол. Если вам интересно, как он готовится, оставайтесь со мной, будем готовить его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? Одна крупная отварная свекла, две отварные средние картофелины, одна крупная отварная морковь, кукурузы, одна маленькая баночка, одна небольшая луковица, зелень петрушки грамм 20, масло растительное примерно 50 мл, уксус 9% или яблочный 1 треть чайной ложки, соль, перец по вкусу. Приступаем! Картофель нарезаем небольшими кубиками. Морковку чистим и нарезаем также небольшими кубиками. Лук нарезаем мелкими кубиками. Свеклу чистим и также нарезаем мелкими кубиками. Добавляем кукурузу, петрушку, перец, соль и делаем заправку. У меня очень маленькая ложка, она не чайная, поэтому я беру уксуса полную. Все хорошо перемешиваем и заправляем салат. Ну вот и все. Салат готов. Он делается быстро, просто, но тем не менее салат очень вкусный. Надеюсь, что он понравится и вам, и вашим близким. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи.